Прекращение работ фирм, я считаю, что это настоящий разбой. Людей обманули. То есть это не мошенничество, просто обман. Людей пригласили на день рождения, а это похороны. Человек пришел с четным количеством цветов, а надо нечетное. Вот это, то или наоборот, с четным, с нечетным, а надо четное. Это воровство, грабеж нет, но мошеннический разбой. И эти фирмы, нельзя к ним несерьезно относиться. Я не знаю, как люди на эту удочку попадаются, потому что есть стабильные фирмы. Вот Тестур, например, это стабильная фирма, она работает, и никогда никаких проблем не было. Чтобы, например, допустим, ты не в тот отель приехал, что у тебя не 4 звезды вдруг, а 3. Не было проблем никогда. Так что здесь разбой, но есть разбой. А еще надо серьезно за это карать. Потому что если карать по мошенничеству, то там слабая статья. А вот за разбой, за грабеж, там хорошая статья.